Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда, отличное настроение. Сережка, скажи веселые слова. Всем привет, филилить, дрить. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы будем все-таки выяснять, какой монстр Хендерсона самый быстрый. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Все очень просто, мы ставим NPC-шки вот таким вот образом, и через C можно в них вселяться и управлять. А ну, Сережка, нажми пробел, у тебя прыгает все? Да, прыгает. Ого, я так высоко прыгаю. Кстати, да. Допилили управление, раньше как-то все лагало, теперь прям мягенько работает. Ну что, ты готов? А я готивка. 1, 2, 3. А я бегу, 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 ручечками махаю. Эй, слышь, ты свою шкуру задери от головы, я быстрее. Если бы ты не отгибал мозги, ты бы медленнее бежал. Ты не понимаешь, это такая скорость у меня, Дима. Так, на тебе такого. На меня такого. Ой, ой, где он? Подожди, стопэ, что-то не пошло не так. О, отлично. Так, сейчас же будем проверять, кто же быстрее, Cartoon Dog или Cartoon Cat. 1, 2, 3. Я пополз. Мне кажется, одинаково бегут. Я тебя не догоняю. Или нет, ты отстаешь, нет, ты быстрее. Я быстрее. А что ты как модель по подиуму ручками машешь? Я Майкл Джексон. Настроение, ребята, классное. Надеюсь, вы смотрите наши ролики. Подпишитесь и поставите лайкосик, потому что мы стараемся, Серега, поднять настроение людям каждый день. И надеюсь, у нас это получается. Этот уже был челепиздрик. Так, сейчас будет у нас Cartoon Dog с курицей. Это как-то очень странно будет смотреться, но мы постараемся. Я как крахит хочу. Ребята, напишите в комментариях, кто же быстрее, курочка Ряба или Cartoon Dog? Cartoon Рахит. 1, 2, 3. Давай, давай, курочка Ряба, беги. Эй, ты, Майкл Джексон, остановись. Не остановлюсь, догони меня. Ну, пожалуйста, остановись. А если буду пробел нажимать? Нет, это не работает, только жопа задирается. Так, ты быстрее, оказывается, курочки Рябы. У нас есть вот такой вот чилипиздрик. И вот такой вот чилипиздрик. Это уже, знаешь, эта курица Ряба разозлилась, то, что проиграла Cartoon Cat. Вот у меня какая-то... Cartoon Man и Chicken Ghost. 1, 2, 3. Да что, голова телепается, а я еле иду. Еще рот разевает. Обиженный. Но мне кажется, самый быстрый будет из сиреноголовых. Вот такое ощущение, что они реально быстрые будут. Вот такой челепиздрик и вот такой. Это что за лошадь? Вы же видите, ребята, что мы пропускаем громаднейших монстров Хендерсона, потому что мы не знаем, какую карту нам скачать для их теста. Если вы знаете название громаднейшей карты, напишите в комментариях, и мы на ней запишем тест скорости громадных монстров Хендерсона. Или даже запишем рубрику «Какой самый большой монстр Хендерсона?» 1, 2, 3. Эй, костяная нога, дай пирога. И там, моя. Ты очень быстро бегаешь. Конечно, у меня ноги больше, чем у тебя. У тебя культяпки, а у меня, не знаю, лопаты какие-то. Я родственник статуи 173. Так, на тебе вот такого челепиздрика, а на у меня вот такого. Посмотрим, они разные или одинаковые. Привет, как дела? Что за... У тебя тоже камера рахитно работает? Да, да. 1, 2, 3. А я бегу, бегу быстрее тебя. Нет, одинаково. Да, одинаково, Дим. Одинаково, одинаково, ничего не отличается. На тебе, по башке. Жизни не видно, ничего не видно. Хорошо, Сережка. Это все хорошо. Ну, теперь у нас пошли фонароголовые. Ой, так. Свет мне запилил. Это что за глистима у тебя? А ты можешь прыгать? Да. Нет. А, нет, нет, не могу. Так, ну что, кто быстрее, глисты или фонароголовые? 1, 2, 3. Глисты вперед. Глист быстрее, Дим. Я еще могу прыгать в воздухе. Как-то очень странно он это делает. А как я дамажу? А на R? Анимации никакой нету. Так, глисты сегодня рулят. Как-то странно звучит очень. Так, вот такой у нас есть. И вот такой вот. Они все-таки разные, потому что находятся в разных ячеечках.
Я думаю, что одинаково будет бежать. Давай, раз, посмотрим. Два, три. А я бегу, 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 бегу. Два, подожду тебя, чтоб одновременно. Да, одинаково. А полностью и жопа блестит, как у меня все. Все одинаково. Маслом обмазались. Ну, так, вот такой вот есть. И вот такой чилипиздрик. Кстати, у меня что-то с глазами не то. Они как-то смотрят не... А у меня что? Косоглазит немножко. Очень прикольный чилипиздрик, и мне нравится. Кстати, он очень быстрый. Ну что, раз, два, три. Бегу, бегу, бегу. Куда-то да бегу. Нет, я одинаково с тобой бегу, полностью идентично. Ничего не отличается. Да, одинаково. Это очень плохо. Ой, хорошо. Так. Вот такой вот есть червяк Джимми. И вот такой вот дом. Маленький глистый палочник. Это палочник? Прокисшее молоко. Прокисшее молоко? Не, не надо быть прокисшим молоком. Так. Раз, два, три. А я бегу за прокисшее молоко. А глист проиграл этот раунд. Так, понятно. Молоко быстрее глиста. Глиста. Вот такой у тебя головастик, на похоже на Малакеева. И вот... О, ну это, конечно, сравнивать так сейчас тупо будет, но мы проверим. А вдруг? Ты меня хоть так, видишь? Да, я тебя вижу. Главное не раздави тебя. Так, так. Это же колобака, Дима. Помнишь оранжевый апельсин? Да, 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 да. Он мутировавший. Раз, два, три. Давай, давай, давай. Да нифига себе, ты полкарты прыгаешь, так нечестно. Я тоже хочу прыгать. Маленький сантиметрик. Как в Марио. Ладно, ладно, ладно. Хорошо, на тебе стреляльщика. И есть еще один стреляльщик. Все-таки они отличаются чем-то. Палю, басу. Раз, два, три. Погнали. Какие блатные идут. Мне кажется... Нет, мне не кажется, мы одинаково бежим. Все сходится, все четко. Смотри, как ходит. Как блатные какие-то. О, я могу по тебе стрельнуть. Ай. Попал? Слышь, ты меня убил. Да ладно. У тебя что, пули выносят триллион хп? Сиксиллион. Хорошо. Вот такой тебе жабочник. А мне вот такой вот чилипиздрик. Ой. О. Так. Раз, два, три. Так. Не, жаба, стой! Ладно. Нет. Не-не-не, ты быстрее меня, у тебя кишки из живота торчат. У меня дополнительные пары рук помогают бежать. Хорошо, жаба лучше всех. На тебе. О, ребята, пошло самое интересное. Пошли сиреноголовые. А вот мне кажется, что какой-то сиреноголовый будет очень быстрым. Мы это проверим сейчас. Раз, два, три. Погнали! Ого, я на жопе скольжу, ничего себе, самки отдыхают в сторонке. Конечно, маслом смазал жопу. Ну да, кстати, он разгоняется, все больше и больше. Хорошо, на тебе такого чилипиздрика, а мне вот такого. О, сирену подрубил, нормально. Один, два, три. Побежали, побежали. Да, не, я... Быстрее, потому что я это задействовал еще и руки. Ну, а я не могу руки задействовать, хотя надо было бы... А, ты хотел мне замочить? Не-не-не-не-не. Я не орешаю тебе. На тебе такого. Кстати, это тоже очень быстрый. А мне вот такого. Так, у меня уже такое ощущение, что мой черный будет сейчас жучить всех. Конечно, я помню с тех серий... Он, помнишь, насколько он быстрый? Какой-то вообще неадекватный чилипиздрик. По куски всех рвал. Раз, два... Во-во-во, о чем я и говорил. Что он разгоняется и начинает просто струячить. А он уже еще и телепортируется, если не ошибаюсь. А я не знаю, нет, это, наверное, только NPC, может, я не могу этого делать. А очень хочется. Хорошо, хорошо. Вот такой вот еще есть у нас телепиздрик. О. Ой, это полкарты занимает. И вот такой вот костяшкин сын. Ой, прикольно. Мне кажется, я сейчас буду с тобой вместе, как рахит, бежать. Два рахита. Так. Раз, два, три.
А я бегу? Нет, куда я бегу? Я еле хромаю. Да ну вообще, костяная нога, быстрее. Это с шифтом при том. Без шифта вообще еле идет. А ты смотри, я на шифт нажимаю. А, ладно. Твой так же самое бегает, медленно-медленно. Я видел. Кстати, напрашивается рубрика, какой Monster Hunter она самый медленный. Так что, ребята, 5000 лайков, и мы сразу снимаем, какой Monster Hunter она самый медленный. И еще рубрика будет, какой Monster Hunter она самый большой. Но для этого надо поискать нам карту. Раз, два, три. Горка, беги, горочка, беги. Че, сделал, да, костяную ногу? Да, ну... А че я тебе его выдал? А, их же два здесь костяных нога. Я понял. Давай тогда возьмем горку тебе, а я возьму другого. Все-таки, мне кажется, будет разница. Давай вот с этим стестируем. Так, вот так будет почестнее. Готов? Один, два, три. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. У тебя этот, на горке такой хобот, как у слона с зубами. Это очень странно смотрится. Я этим хоботом могу бить еще. Не, а ну иди сюда, что ты сказал? Да ладно, с одного раза! Ты читер! Я тоже так хочу! Надо снять ролик, Серега, где мы будем в них селяться и драться. Да, можно. Прикольно будет. Кстати, очень много рубрик мы теперь можем запилить с этими монстрами. Раз, два, три. Давай, давай. Эй! Слышь, у тебя там между ног какая-то кабака висит, она тебе помогает ногами идти. Блин, ты очень быстрый. Похоже на скромника, да, челепиздрик этот? Есть такое. Хорошо, хорошо, ты меня расстраиваешь, у тебя все быстро. На тебе коняку безголовую. А я буду вот этим. О, костяная. Это что за баба-буба чернобыльская? Не помню. Я. Так, один, два, три. Ладно, ладно, я шифт забыл нажать. С шифтом я намного быстрее бегаю. А у тебя даже анимации нет, у тебя просто... Летающая штуковина странная. Я высираю тебе еще, какая хе оказывается. А ну иди сюда, я тебя сейчас задамажу. Ты че срё... Эй, ты насрал там говно. Сейчас уберу. Да ладно, пусть будет. Так, два челепизрика, я уверен, что они бегают одинаково. Даже не будем проверять, потому что они с виду полностью одинаковые. Ой. О. Ну чё? Раз, два, три. Беги, Серега, беги. Одинаково. Или я догоняю тебя чуть-чуть? Тут не поймешь. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть, Дима. А ну иди сюда, я тебя лупану разочек. Не дам. Ах ты. Мазила. Моя. Да что ты мочишь меня с одного раза? Я тебе рукой помахал и ты умер. Я не знаю, почему мне такие попадаются. То тебе попадаются эти ваншотные челепиздрики. Так. О, девочка йо-йо. Давай их сравним. Они все-таки одна злая, одна добрая. Может, все-таки они отличаются по скорости? Раз, скины разные. Раз, два, три. Я быстрее, Серега! Иди сюда, я тебя ножичком. А ты догони меня для того, чтобы меня замочить. Давай. Иди сюда. Давай, 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 давай. Эх ты. Давай, будем в ладошки играть. Да ты задрал, ну что ты убиваешь меня постоянно? Я не знаю, почему-то. Так, мы доходим до банановых челепиздриков. Так, отлично. А если я нажму R, что будет? Я встал. О, ты встал. Значит, скорость будет одинаковая, наверное, у них, раз ты встал. Наверное. Давай проверим. Давай проверим. Один, два, три. Ладно, давай сейчас их поставим, и ты не будешь вставать. Давай. Реально интересно, будет твой быстрее или нет. Чпонькс. Чпонькс. Ну-ка. Раз, два, три. Я быстрее. Разработчик молодец. Реально молодец, что так сделал. Смотри, те какашки, которые я выставил. Эй, они выросли. Я очищу карту, не надо расти, я не разрешаю вам расти, только мы растем. Так, вот такой вот есть, и вот такой вот есть. Я думаю, что они тоже будут отличаться по скорости, но может и нет. Раз, видно. Два, три. А нет, одинаково, Дима, одинаково. Да, полностью идентично.
Так, на данный момент мне кажется, что тот сиреноголовый, черный, самый быстрый. Или на который на жопе скользит, еще неизвестно. О, это что-то из новых уже. Демоны какие-то, да? Мне кажется, они будут одинаково бегать, но сейчас проверим. Один, два, три. Один, а, да, одинаково. Я хотел задамажить. А ну иди сюда, давай, одинаково бегает он. Ого, я прыгаю. А, это ты мне дома... А что? Да что? Ну почему? Твой всегда сильнее. А какую ты кнопку нажал? Ты такой взрыв забил. Левую. Нифига. А ну нажми еще раз левую кнопку, в дом только стрельни. А, надо... А ну давай в меня лупани. Ого. Я аж прям прощелкнулся. Хорошо. Прикольный демон, мне понравился он. Так. Вот это чилипиздрик. И маленький. Кстати, будет интересно. Может все-таки... Представь, с одной скоростью бегать. Это будет прикольно. Давай. Один. Два. Три. Давай, чилипиздрик, беги. Ого, ты дал. Ты любую машину даже обгонишь. А ну давай, я тебя сейчас задамажу. Да, ну все понятно. Ну конечно, это ж твои дети. Батя всегда сильнее, есть такое выражение. Хыш. И хуш. По-любому будет одинаково бегать, давай с другим тестируем. Так. О. В эту девочку нельзя вселяться. А в эту? Можно. О, отлично. Мне даже, кстати, анимация рук одинаковая. Раз, два, три. Давай, девочка. Давай, наваливай. Неа. Ты быстрее меня, да, получишь? Да ты задрал меня мочить. Так, ну что, последняя забега. О, а что с ним? Амонгас. Амонгас. Амогу соберешь, Дим. Я сейчас тебя замочу. Я тебя сейчас замочу за него. Раз, два, три. Давай, Амонгас. Нифига себе нога. Твоя большая как лупашит. А ну иди сюда, иди сюда. А как тебя бить, по ноге что ли подходить бить или как? Где твой этот начинается хитбокс? Да ну где ты? Да ты задрал меня убивать! Если вы заметили, и напишите в комментариях, кто же оказался самым быстрым монстром Хендерсона. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Черный Гад, Dark Dragon, King and Fire, Илья Чехов, пацаны, поздоровайтесь. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы скачали классных монстров Хендерсона. Они вышли сегодня, посмотрим, что они себя представляют, их не так уж и много. Картонный маус. К тому музычку он прикольно издает. Вот смотрите, какой прикол, когда ты к нему подходишь, он начинает уходить. А, не, а что он задом? Эй, стой! Это какой-то обидчивый получается, да? Ой, он обиделся, в воду ушел, утопился. Какой-то он, а что он этот такой странный? А ну еще раз его поставлю. Че ты, а ну, если по нему стрельнуть? Он не агрится, да, никак? Нет. Хорошо, давайте другой вариант. Есть у нас такой же самый, только в конце префикс киллер. О, вот этот сразу, смотри, что делает. Ну-ка, ну пусть меня задамажит. А, он такой, ну не сильно дамажит. Такое лицо у него страшное, какие-то зубы или что у него там торчит. Ух ты. Да, смотрите, какой монстр. О, смотрите, голова. Прикольно, берет и телепает. А ну меня возьми, потелепай. Схвати меня. Блин, думал, меня схватит и по землю побьет. О, смотри. От, блин, сожрал. Когда маленький скину, он его бьет об землю. Хуш. Ух ты. Такой прикольный звук издает. Ого, у него зубы стрёмные. А ну, давай подстрачника ему дам. На тебе. Такой. Ой, смотри, я по нему попал, сразу агрится на меня. А, кто стреляет, на того и агрится. Эй! А ну пусть да, задамажит. У него ж... Что это было? Он когда меня убился, умер что ли? А ну убей меня. Ого, сожрал. Шикает. Да он... Ух, смотри, как сожрал, прикольно. Но я тебя не трогаю, чувак, вообще. А, я удалил, я думал, знаете, когда меня схватит, я его удалю, я не умру. Нет, во время хватания убивает. Такое же самое, есть только хуш-киллер. Ух ты! Сразу кричит. А, у него не надо провокации, он сразу дамажит. Ого.
Вы видели, как он бьет об землю? Прикольно. На. Прикольно. Кусок говна тряпки. А на меня хватани. На. Уго. Было бы, знаешь, что прикольно? Если бы он бы так бил, а в конце выкидывал бы просто в сторону. Как тряпку. В воду бы, допустим, кидал. О, я могу им управлять. Давайте попробуем. Процесс. Не могу я. А, я мертвый, потому что. Попробуем. Пошел. Ладно, давайте его тут поставим. Попробую успеть вселиться в него. Эй, говна, не успеваю. Ого, он еще прыгает. А ну-ка, нажми пробил, ты можешь прыгать? Воу, прикольно. А ну, альт нажми. Альт, F, Ре. На. А, это уже NPC начинает фигачить. Об землю. Так какой-то реально неадекватный. Следующий очень интересный, это последний с обновлений, но самый такой The Imposter. Смотрите, как он выглядит. Очень стрёмно. Чё у него за кишки из головы торчат? Это вирус. Это вирус? Да, это можно сказать, пищелец. Ого! Он откидывает, как я и хотел, в небо! А ну пусть меня убьет. А ну убей меня! А ну-ка давай! Ух, протыкает! Прикольно, у него такие клешни. Я хочу, чтобы он схватил кого-то. Не хватает, не? Просто всех. А сплэш убьет. Это импостер. Да, это настоящий импостер. Ты что, псих? Я убегу от него. Ого, смотри, как он лупашит, апперкотик. Вот это люди отлетают, как я и хотел, в небеса. Так, теперь мы, ребята, сделаем битву между ними. Я сейчас сделаю, чтобы они нас игнорировали. Ставим импостера и хэшкиллер. Ну-ка, давайте, кто кого? Хэшкиллер, давай! Кто самый сильный? Напишите в комментариях, пока битва не кончилась. Я думаю, что импостер выиграет его. Та. И неудивительно. Заново, с полными жизнями этого и этого. Вот, они прям долго дерутся. Заяц-убийца у нас есть. Я его сейчас подготовлю. Где он у нас? Вот тут. Он выиграл! Импостер не выиграл? Странно. А ну а теперь мы вот этого и вот этого. А, не, подождите, не так. Давай, погнали. Стычка века. Победил. А теперь давайте сделаем победителя с предыдущих серий. Заяц-убийца, который жрет всех. Независимо сколько жизней. А ну-ка. Ну-ка, давай, кроляччина. Ну-ка. Нет, я думал, кролик поярче будет, сразу завалит. Я даже не знаю, я думал, кролик выиграет сразу. Но она что-то не выигрывается сразу. Что-то вообще. Давайте мы тогда сделаем, чтобы было интересно. Ого, у него жизни. Получается, он сильнее, чем зайцы. Вот это у него лупашат. Какой смысл, если он такой сильный? Ого, один аж психует. Не психуй. Не могут выиграть. Они психуют, а мне кажется, они с разных паков просто. Поэтому не могут с друг другом воевать. Ладно, давайте, толпа импостеров. Знаете, против кого они будут воевать? Кого? Против нас. Это жестко. Вот это не мочат. Они телепортироваться могут. Ого, я даже не знаю. Давайте посмотрим, за сколько минут я проживу. Сколько секунд я проживу, когда я возвожусь. Раз, два, три, четыре секунды. Всего-навсего.
И нельзя, да, никак выиграть их? Я не знаю, возрождаться стоит или нет. Это просто жесть какая-то. Хорошо, давайте очистим карту, давайте с теми, с кем можно будет воевать. Готовьте оружие, пацаны. Сейчас будет серьезная битва. Очень серьезная. Потому что их реально тяжело убить. Ого, их сколько. Пошла жара. Толпа новых монстров. Ого, их очень много. Че, сколько ты проживешь? Долго, не? За мной, что ли, побежали все? Он запрыгнул! Они запрыгивать могут. О, давайте проверим, выдержат ли они бомбочку. Небольшую, слабенькую бомбочку. Например, у нас есть огненная. Вот. Она как огненная, она очень мощная, но должна их убить. Хотя вроде с этого пака бомбы их не убивают. Ой, отлетела, но не взорвалась. Взорвалась. Убила? Нет. Файер их убил. А, нет, он наших убивает. Драгон их мочит чем-то. Так, бомба их не мочит. Может, что нам, брат, тогда? Монетку может? А я монеткой их буду гасить. А ну иди сюда. А ты чем их гасишь? Нет, это не я. Это тоже не я. Ого! А ну на! Вот это битва, серьезно. Ох, затоптали! За своих кентафориков. Обиделись. Красота! Бомбы пошли. А что ты за оружие использовал? А, это ты взял через бинокль, да? Красиво, красиво, но они не умирают. У нас нет таких бомб, которые их может. Это надо Гренвич. А, они у нас есть. Прощайте, подлецы. Я и забыл. Фу-ху. Это было жестко. Дайте я взорву. Они живые, кстати, да? Да, они живые. Вот бомбочки, которые их убивают. И просто улетаем, чтобы наблюдать это все сдалека. Ух ты! Спайдермен руки аж скрючило. Ха-ха-ха! Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, King on Fire, Кока, Васаби Скромник, Арекс. Мы скачали очень крутых монстров Хендерсона. Этот пак вышел вчера, и уже у него 4 звездочки с лишним. Будем делать обзор, веселиться и поднимать вам настроение. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Так, он должен ходить, кстати, почему он не ходит? А может, ты выключил ИИ? А, нет. Вот, пошел. Почему-то странно. Так, пошел, пошел. А, на что это похоже? Это коробка с ногами. Какая-то пачка из молока. Мне кажется, человек с нормальной фантазией такое не придумает. Димас, это да. Протухший кефир. Да? Да, он у меня вот так после школы. А, смотри, у него даже нарисована рожа. Так, давайте я включу, чтобы она сдамажила. Посмотрим, что он может. Так, так, так. Он не знает, что кого мочить. А, знает. Ну-ка. Пусть тебя замочит. Слышь, да? Пусть меня ударит. А ну давай. 100 жизней. 25 хп тратит. Маловато, да. Мне кажется, он должен был сильнее выносить. Так, сейчас мы возьмем монетку и проверим, сколько у него жизни. Монетка выносит 7000. 7000 у него. Оказалось, у него меньше, чем 7000. Раз. Или ровно 7000. Продолжаем. На картинке тот же самый, но будет совсем другой монстр. Это какая-то странная голова, которая сразу начинает резко бежать и убивает с одного раза, да? Ого, он прыгать даже может. Да. Кстати, хорошо, да, лупашит? Давайте проверим, он прыгает или нет? Нет, он не... А если я вот сюда встану? Запрыгнет или нет? Мне интересно, он может по стенам лазить? Так, не берет его такое. О, ты видел, как он руками машет? Как он-то ниндзя. Так, он может бить как сиреноголовый, очень похоже.
отвлекся со своим бедом. Ого, у него руки длинные, он сразу замочил. Придется тебя наказать. Прикольный монстр, мне понравилось. Можно за него поиграть, вселиться и лупашиться. Так, следующий называется Нурпо. Странное название очень. Что он делает? Ты можешь фигачить? Он добрый? Где он? Вот он ходит. А, может его надо... Ой, что это было? Он резко убил меня с одного раза. Ау, больно. А, это ты за него играешь? Нет, это меня попали. А-а. А, ну давай. Да, с одного раза убивает, пацаны. Это какой-то вообще жестокий. Маленький убийца. Я на него обид. Обиделся на него? А мне кажется, у него очень много жизни, ты его так не убьешь. Я могу взять свое любимое оружие. Не-не-не, это так не работает. Короче, давайте, пацаны, я его замочу, да, наверное? Че, давай еще... Не, он медленный. Пошел отсюда. Обстоятельства, да, извини. Так, бывает. А, на линии огня стоял. Так, следующий у нас... А, этот был, подождите, это не тот. Псих, успокойся. Этого не было, вроде. The Hugger. Это вроде был. У нас были гиганты, а этот был маленький. Смотри, он схватил кого-то и побежал с ним. Ты видишь? А, нет, это не кто-то. Это типа скромник, но это не скромник. Воу, смотри, он его съел. А, он висит на паутине? Прикольный, да, мод? Мне нравится. Разработчику 5 звездочек. Почему поставили 4, так и не понял. Слышь, успокойся, псих. Ну, страшный паук. Паук такой стремноватый. Давай, давай, мочи. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Давайте добьем до 1 000 000 подписчиков. Димас, он хочет по-плохому. Я отомщу за нас всех. Не-не-не, не отомстишь ты. Да, он, короче, дамажит нормально так. Кстати, что он за мной увязался? Отвали, замочи его. А, по нему еще попасть надо. Я не могу, я не смог что-то сделать. Нет, ты ему ничего не сделаешь. Смотри, как он прыгает. Ну это скромник, да, у него между лап был? Очень похоже на скромника был. Следующий у нас The Hugger Void. О, это без этого челика между лап, да? Просто паук. Слышь, отвали от меня. Не, давай проверим, он когда меня схватит, я буду у него между лап или нет? А ну-ка. Вот, схватил. И об землю. Вот, появился! Ты понял, какая фишка? Я как личинка получается у него. Он мутирует. Мод с мутациями. Прикольно. Смотри, что делает. Да, мне нравится. Надо, короче, брать оружку, наверное, и лупашить. Иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, промахнулся. Я там еще... Блин, не успел. Ой, блин, чуть-чуть. Доли секунды, я бы остался живой. Так, этих посмотрели. И у нас еще есть... Нервоус Хисол. Какое-то заклинание. Я боюсь его произносить. Лупоглазый. Каменный додик. Кровь из головы мне выпустил. Знаете, что я хочу? Я хочу в него вселиться. Он похож на скромника. Да блин, дай вселиться. Этот челик не дает мне вселиться. 45 хп. Вот падла. Слышь, иди сюда. Так, давайте подлетим. Вот он что, тпхаться может? Он тпхаться может. Ты понял? Вот где он? Вот он. Да как такое может быть? Отвали. Я успел вселиться. Так, пацаны, дайте проверю, что он может. Может прыгать. Так. Я могу воспламеняться. Да я тебя поджигаю. А, совпадало с моим нажатием мышки. Как же он тпхается? Ладно, покажи, как, что он может. Ага, ага. Он может только убивать и стоять, и ходить. И телепортироваться может. Вот смотри, что он делает, ты видел?
Мне это больше всех пока нравится. А ребята, вы напишите в комментах, какой больше всех понравился вам. Мне этот больше всех. Прикольно, лупоглазый каменный додик. Так, успею, не успею. Успею. Это было жестко. Я тебя убил. Так, смотри, у нас еще есть. Йо-йо. Эй, с ножом! Слышь, она с ножом! Вот это больше всех пока мне тоже нравится. Слышь, мне все нравятся. Она тпхаться может, ты видел? Она за спину телепортируется, как этот, SCP-173. А ну давай посмотри, как она мочит. Блин, классно, не убивай, давай повыживаем. Ой, прости. А где она? Она может со спины в любой момент подойти. Так, бежит. Хочу посмотреть, как она мочит. Так, вот за мной увязалась, а давай к пацанам приведем. Димас, может, не надо ко мне? Во-во-во, она за спину, видишь, ты пыхается, Пикачу? Давай, а ну попробуй, дуэль, один на один. Та! Убила тебя. А где она? Вот она. Вот это монстры. Классно, что Гаррис Мод сюда развивается классными модами. Но слабенько. Пошла. Она, короче, может этот, и на дом надо телепортироваться, и воздух. Опять за мной. Она какая-то Всё. Живучка. Отлично, замочили ее. Так, и у нас еще есть Йо-Йо Киллер. А это что, не киллер был? О, это быстрее намножко. Так, за мной она не хочет бежать, видит, что я очень быстро убегаю. Её проверить на огнеустойчивость. Ну, давай, мочи. Только она тебя сейчас убьет, скорее она всего. Она неустойчивая, Дима. Ее не берет? Обливай ее и поджигай. На. Давай, замочи его. Ага. Быстро очень бегает. А, как мы с шифтом? Один в один, скорость не меняется. Ну, не может тпхаться, обратили внимание? Просто бегает. Давайте поставим еще вот эту, которая тпхается. Будет веселее так. Ну? Чё, пацаны? Теперь вы уже ничем не сделаете против трех. Ой-ой-ой. Чё ты таким жахаешь? За это они тебя сейчас накажут за это, смотри. Зря. Ой, блин, не меня. Блин, схватила за кишки и убила. Димас, я могу, конечно, сделать все быстро, но ты это не любишь. Да, читерским оружием и я могу. Монетка тоже получитерское оружие считается. Ух ты. Так, давайте сделаем глобальное выживание. Так, сейчас. Димас, если наша карта была бы разрушена, я бы уже полкарты разбил. Так, побежали. Ого, они лупашат. Давайте, лупашьте. Пацаны, там бомба. Одна, чисто одна бомба падает. Маленькая. Она не активировалась. Активировалась. Ей, друзья, с вами Димас, Родекс, Робби, Васаби Скромник, Рилли, Кокас, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем летики. Мясо. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас рубрика «Какой монстр Хендерсона выдержит это?». Погнали. Ну что, давайте начнем с самых слабеньких. Посмотрим, кто сколько выдержит. Че, психи, подождите, я ж не знал, что вы так будете быстро бочить. Вот мой, ребята, стоит пулемет, и когда я уже буду ставить очень мощных, я буду за него садиться и тоже гасить. Но сначала мы понаблюдаем уничтожение монстров. Вот такое есть. Вы психи, что ли? Да подождите, там уже его нету, вы уже растерли его в порошок. Хорош. Так, я понял. Такое есть. Ай, господи, вы что, психи такие? Вы дайте хоть шанс, как... О, хоть прыгучка какая-то. Смотрите, не убили. А, не убили. Пацаны, там никого нету, хорош. Вы прекращаете, вы психи, я тоже так хочу. Он ко мне летит, надо валить, они сейчас меня пристрелят.
Убили? А, я думал, вы будете подольше вымыть. Хорошо, вот такой есть. Где он? Вижу. О, гигантский стал. Серега, ты там что там за читер у тебя за пулеметы? Ого, ну постреляй. Это сколько у тебя получается в управлении? 5 пулеметов, да ладно. Блин, ну Серега, как всегда, у нас очень красиво поступает. Поехали. Наказываем, наказываем. А, мои перелетки. О, я убил своего. Хорошо, я удалил, они пулеметы ломают. Блин, я не знал, что они пулеметы ломают. Мои пулеметы. Ну, Серега, ну это твои пулеметы. Какашка. Вот, блин, ты смотри, что. Я думал, мы их замочим. А, вот так, значит. Хорошо, на тебе. Блин, ну нечестно. Ого, ты из чего стреляешь такого мощного? Это мелкие бегут. Нифига себе, вот это балди мочит у нас. А, это маленький телепиздрик, не надо, а ну-ка. Идет, идет, не спеша. Эй, ты чё, краб вонючий маленький, отвали. Эй! Да откуда вы взялись, а? Блин, это как сон. За языком, ну правда слабенько. Хорошо, поехали дальше. А, блин, вы дайте убить кого-то. Вы че психи такие? А, давайте мы тогда что-нибудь вот такое. Опять кэткраб пришел вонючий, отвали от меня. Опять тебе Дима, да? Как вам такой монстр? Вот это гигантус. Так, это у нас был пробный пак. Сейчас будет, ребята, у нас пак, там где есть сиреноголовы и монстры просто с гигантскими жизнями. Ой, они же телепортируются, я же забыл. Да хорошо. Чего? Да я ж, блин, видишь. Хотел как лучше, получилось как всегда. Ну что, давайте начнем с гигантских. Ладно. Там маленький пошел, мочите маленького. Я убил. А, вы его сразу мочили, я понял. Вот такой червячочек у нас есть. Давайте мы его дальше поставим. Мои пулеметы. Вот. Бум, с одного раза. Блин, у тебя какая-то пушка очень крутая. Прям реально крутая. Еще разочек. 155 калибр. Бум. Блин, прикольно они уничтожаются. Ребята, это можно смотреть вечно. Поэтому если этот ролик наберет 3000 лайков, мы снимем более эпичное что-то. Но не буду спойлерить, чтобы вам было интересно. А то кто-то мою идею поворует. Пошел. Прости, а что это за снаряды? Это какие-то минометы. Так, да, блин, прикольно стреляет. Но оно как-то с опозданием. Надо заранее стрелять на ход. Она долго стреляет. Да, я понял. Долго летит. Ты попал. Бум, красиво. Уничтожили. Чтобы всем хватило. Так, они не телепортируются? Не, никого нету. Это все, мы уже были. О, такие есть телепиздрики. Пошли. Давай, с минометика своего, помочи. Красиво снаряды летят, ребята, очень реалистично. Они нас обходят. Не ссы, я сейчас их замочу. Ой. Тварь, я не пущу. Есть. Есть, ребята, замочил. Убили всех? А, не, вон еще вижу. Красиво сдалека мочить, очень круто. Блин, у меня этот миномет, который вот чувак стрелял, очень классно смотрится, когда идет снаряд, и он так прям летит в разные стороны. Круто. Ну что, давайте что-нибудь более поэпичней. Сейчас начинаются большие монстры. О, они даже лазить начинают. Ребята, зря вы полезли, я сейчас вас сниму. Стреляем. Убьем? Они, наверное, за картой. Да, они за картой.
как-то странно, они телепортируются. Ну хорошо, давайте такого поставим, Гигантуса. Ого! Ой-ой-ой-ой, это жесткая война будет. Это мы оставим на следующий ролик, когда будет очень здоровая карта у нас. Пошел, пошел, смотрите, как струячек. Перезаряжайся, давай. Идет, идет, идет на нас. Динозавр. Бум. Выше, выше, наверное, надо брать. А, я сам себя убил. Серега, как? Понял, понял. Техника безопасности не соблюдается, конечно же. Сережечка, сейчас будет у нас... Давайте, наверное, все-таки поставим сиреноголовых. Все-таки мне хочется посмотреть, как мы будем их гасить. Война началась. Чего они ползут странно за карту? Так, хорошо, давайте мы их ближе поставим. О! Ой-ой-ой. Что случилось? Сиреноголовый кричит на... Ах, вы вонючие читеры, вы наши пушки поломали, Серега. Что за бред? Я ненавижу сирену. Я их ненавижу тоже. Гоша, я пушку выставлял целых 10 секунд. Я 20 минут. Хорошо. Серега, ничего страшного. Я, конечно, за... пошутил задолго. Давай, Серега, что-нибудь мощное и читерское. Давай, потому что сейчас будет, ребята, мясо. Досмотрите ролик до конца, потому что реально в конце будет очень жестко. Надеюсь, Гаррисмод не вылетит. Да, Гаррисмод? Хорошо, давайте тогда... А, я тогда сейчас поставлю, который не ломает на расстоянии. Ну что, пацаны, вы готовы? Так, чтобы они опять пулеметы не поломали нам, ну их нафиг. Да что они такие быстрые психи? Давайте одного поставим, сколько один продержится. Да вы что? Серега, ты с чего стреляешь такого? Ну... Ух ты! Нифига себе, у тебя пулемет! Мощный, мощный. Давайте вот такого поставим. Обычного. Нифига себе снаряд! А, вот так, значит, вы с сиреноголовыми поступаете. Война, война, смотрите. Красиво отстреливается. Противостояние сиреноголовых против человечества. А мы побеждаем. Вот такое у нас есть даже. Ой-ой-ой, красиво отбивается. Приближается сиреноголовый. Я их веду за собой. Мочите, мочите. Что за пушка летающая? Что за бред? Серега, это ты, да, жахнул? А, нет, нет, нет. Кто-то с крыши стреляет. Убили. А, это как ос на крыше. Нифига себе, молодец, как осович. И давайте поставим вот такого вот еще. Ой, красиво с крыши снял. Идет орда. Приближается. Приближается. Бум! Ух ты, нифига себе! Убил. Красиво, даже пушка разлетелась, эпично. У нас такое еще сиреноголовый есть. Бежит. А подождите, ну дайте ему побежать хоть чуть-чуть. Бежит, 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 смотрите, как лихо. Это не тот, который... Нет, это другой, это не крикливый. Ого, вот это он меня ударил. Серега, спасай! Я пушку поднять не могу. А ты его не видишь? А его убили уже. Нормально, пойдет. Давайте поставим вот такого сиреноголового. Серега сейчас немножко будет посложнее. Уклоняется от пуль, видели как? А, не, Серега, от тебя, видно, никто не уклонится от такой пушки. Еще разочек. Неплохо. Двух или трех. Двух или трех? Хорошо, давайте таких поставим тогда. Неплохо, неплохо. Че? Давайте сделаем теперь эпическая битва. Вы готовы, ребятушки? А давайте вам еще такого поставим. О, я знаю, надо кого поставить. Сейчас, 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 сейчас. Дима, если мне страшно. Не, не бойся. Че, банана поставил? Нет. У него жизни много, у этого челика очень много жизни.
Подожди, да что за читерское у Сереги оружие? Дима, у нас одинаковое. Ну я понял. Теперь у вас будет все одинаково. Вы готовы? Ребята, эпическая битва. Пошла. Орда монстров наступает на нас. Спасется только лучший. Не пускаем их. Уже один приблизился. Есть, наклонил. Вижу, вижу. Пацаны, я прикрою ваши тылы, если он приблизится. Он приблизился. Я его наказал. Отлично, Серега, мы их мочим. Пойдет, ребятушки. Прикольная битва, мне нравится. Это что-то эпическое. Или поставили 3000 лайков под роликом, как и обещали. Все красиво. Не, вон еще вдалеке ходят. Ого, снаряды летят. Так, пацаны, сейчас будет немножко по-другому сценарий. Сейчас я поставлю бомбу и попробую за монстра Хендерсона пробраться с ваших пушек и взорвать эту бомбу. Вы готовы? Нет. Да, вы готовы. Страшно. Вы готовы. Вот, все, бомба лежит. Так, я не буду говорить, откуда я буду идти. Дима, ты уверен? Эй, тут еще один челик ходит. Псих, убейте его. Молодцы, спасибо. Так, давайте будем пробовать. Я надеюсь, что у меня сейчас получится. Дима, Дима, ты готов умереть? Да, я готов умереть. Завал. Да ты, тварь, ты на рандом стрелял или ты знал? На рандом. Арон дом дом. Дон дори рори ро. А они туда еще стреляют. А сегодня это было не до стороны. Вы вообще меня видите? Нет. Нет. Да, вижу. Где? Бом бегает. За Фокси? Я за Фокси прибежал. Хорошо, хорошо. И это было просто. Давайте тогда я сейчас возьму монстра Хендерсона все-таки. Ну как вы меня не видите? А, вон ты бежишь, вижу. Где? Вижу, вижу. Так, сейчас я монстра Хендерсона возьму. Дим, ты готов? Да. Да не, я не, да к такому и не был готов. Хлопцы, хлопцы, хлопцы. Ну что, я приближаюсь к бомбе. Обойдешься. Дима! Я не плачу. Я не плачу. Да блин, я хотел Серегу убить. Я хотел убить Серегу. Не получилось. Не получилось. А что, пошел сзади. Пацан к успеху ушел. Я убил Диму. Молодец, Серега. Если он делает, ну даже успел его навестись. Ну что, ребята, еще одна попытка. Ой, красиво! Нет, он опять обходит на стула. Есть, пушки нет одной. Еще одной пушки нет. Стреляй, стреляй. Нет, не стреляй. Стреляйте, стреляйте. А чего вы не хотите стрелять? С гадом уберите бомбу. А, не хотите? Тогда лови бомбу. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, King on Fire, Веном, Скромник, Данил Топ, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Хай. Наконец-то вышли новые монстры Хендерсон. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а у нас обзор новых монстров. Первый монстр, Банана Итер. Так, что он из себя представляет? Какой-то обычный челепиздрик, как похожий. На кого похожий? Цветок зубатый. А чё на меня агрится? О, пусть фигачит кого-то. На паука, на паука. А, кстати, смотри, как у него глаза прикольно торчат. Лупоглазый банан. А ну пусть лупанет меня. Хорошо, давайте следующий. Банана Итер Стандиш. О, привет! Ты стоячий! Стоячий банан! Ну? Банан! Блин, смотри, как он для ща прописывает. О! Банан, а что он делает? Он подкидывает, что ли? Он берет это и пожирает. А, вовнутрь к себе пальцы. Закидывает. Да. Воу, это было прикольно. Нет, чувак, я уже больше не поведусь на эту штуку. До свидания. Следующий у нас. Картон Маус. Какой-то стеснительный. А чё? А, его надо тронуть. Тронь его. На
обижается. Давай, давай, а ты удари. Он обиженный, сейчас будет обиженный очень злым. Это внешний вид обманчивый, пацаны. О, смотри! Я же говорю, внешний вид обманчивый, какой-то неадекватный. Иди сюда, челик. Помните, мы когда записывали в тот раз, не было этой функции, теперь появилась. Димас. Ну, прощайте, да? Догоняй. Тише, тише, меня не трогай, я тебя не трогал, за шо меня? Неадекватный какой-то мышь. Успокойся. Так, давайте следующего. Картон Маус Киллер. О, сразу эта функция пошла. Давай, а ну, замочи меня. Таня, ты какой-то неинтересный. Чего у него такая рожа белая? Музыка стала страшной. Пацаны, мочите его. Он мне не нравится. Отлично. Серега, ты чем его ударил-то? Админской жопой. Ах ты, админская жопа. Серега, сейчас будет очень классный монстр. Он тебе реально понравится. Потому что House Head. Смотри на этого гиганта. Ой, оперный офигенный монстр. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся людям поднять настроение. И как всегда, вы видите, что мы записываем очень крутые, Димас, веселые ролики. Что это за игра? Он выстрел маленьких домиков пауков. О, он обсирается. Да, он выстрел. Он как убивает кого-то, из него выходят вот эти маленькие дома. О, прикольный, прикольный челепиздрик. Надо, пацаны, просто всегда быть в движении. Ой, ну нет, это так не работает. Что, еще насрал? Да, вон, срет, смотри. Эй, не сри. А, и удалились эти черепиздрики, да, маленькие? Да, да. Так, сейчас будет House Head Миньон. Вот. О, черепиздрик маленький. А ну пусть задамажит. О, Гонда может, с двух ударов, что ли? 60%. О, а ну давайте, подожди, а можно в него вселиться? Вроде должно, можно вселиться в него. Эй, его поймать бы еще мышкой. Психа этого. Давайте я пойму. Во! Я вселился в него! Ой! Ой, камера! Обстоятельства. Странно работает камера очень. Я вижу все из-под жопы. Нет, я выселился из него. Ах ты говно, Димас. Это не я был, я уже выселился. Он как-то криво управляется. Пацаны, сейчас будет очень крутой монстр, потому что в тот раз мы тоже записывали его, но его улучшили. Кто помнит его? Ой. Я помню. О, это тот, зубарь. Да-да-да, который об землю головой бьет. Ну-ка. В голову стреляем, он разозлится. А ну дамажьте, дамажьте его. Слышь, ты щенок вонючий. Вообще да, ничего. Пацаны. Разозлился. А ну-ка иди. О, смотри. Тупо жрет. Эй, я не вкус. О, угон еще прыгает. Эй, давай дамажь меня. О, смотри, смотри, смотри! Вот это жесткий какой-то челепиздрик. Смотри, ах ты щенок говна, я тебя буду бить головой в землю. Серега, пусть тебя побьет. Не ссы. Кстати, он не все бьет, некоторых просто улупал, что некоторых об землю бьет. Вот смотри, ах ты говна. Давай. А ну, а меня бил, кстати. От скина, наверное, зависит, да? О, смотри, да, мой скин лупашит. Как тряпку. Так, хорошо, давайте сразу Хуш киллер. То он сразу злой получается, да? Да. Ух ты. Сразу безбашенный. О, всех лупашит. Он прям всех лупашит. Ай, башка заболела. Давай. Серега. В голову обстрел. Я. Вот это ненормальный. Это странно, анимация срабатывает. Мочите его, давайте его замочим. Погнали. С 7 дул, с 8, 8 человек. Должны убить его по-любому. Давай, Сережка. Ой, извини. Не хотел. Эй, отвали! Отвали! На тебе! Неадекватный псих какой-то. Эй, не прыгай на меня! Ого, а чем ты стреляешь, Серега? РПГ. Что-то РПГ его не гасит. Граната, пацаны. Арбалет. Ой, попал, красиво. Граната должна его, кстати, убить. Отойдите от него. Ну блин, ну ты. Попадает четко. Не, живой, смотри, какой.
Живучий подлец. Хорошо, давайте сейчас поставим дальше. И сделаем уже в конце биту со всеми. Следующий у нас Джелли. О, что это за клякса летающая? А где она? Желешка медуза. О, я его убил. Джелли Маунт. Давай еще. Чимаут. Ну-ка. Ого, зубастая кабака. Что это такое? Чем круче убивать, тем больше встает. Да? Он увеличивается, получается? Да, он. А насколько его можно увеличить? Он увеличивается. Хорошо, давайте поставим еще у нас. Получается, это еще больше. О, давайте подальше, это гигант написано. Ого! Вот это кабака! Медленный, конечно. Медленный-то медленно, но здоровенный какой. Слышь, иди зубы почисть. А как его убить? Вот это он гигант. R2, вход. Ого. Мы его не дамажим, да, или дамажим? Он еще больше становится? Да. Ничего себе. Он, потому что жрет кого-то. Снайперка вход. Мне кажется, он наши пули пожирает. И больше от этого становится, да? Нет, по нему. Нет, по нему урон какой-то, что там пуля. Да, он больше становится, Серега. Не-не-не. Он просто раскрывает щупальца свои. Да. Так, что-то его нифига не берет. Ну-ка, монетку. На, гранаты, попей. Надеюсь, дамажит граната его как-то. На. Чё, Серега, не? Я либо не попадаю... Кидай это под ноги ему, под ноги. У него же, наверное, скин под ногами. Ой, красиво гранатка взорвалась. Нет. О, давайте воздушный удар, Серега. Давай. Прощай, щенок. Ну-ка. Нет, Сережка, нифига. Зато админский пистолет. Ну, админский пистолет, да, да, раз-два его заложил. Хорошо. Это ясное дело. Living Building. Ого, что это за кабака? Глазастый дом с щупальцами? Да, это то же самое. Маленькие дома вот эти. Тогда я его хоть раз завалю. На. Красиво. Ай, меня пауки съели. Так, и у нас The Imposter. Его, кстати, пофиксили, он теперь такой жесткий. Ой, это импостер, компостер. Да. Давайте повыживаем с ним. Короче, ставлю разных монстров, будем выживать. Ой, это что за... Они друг друга не русские. О, как раз, кто из них самый сильный, да, Серега? Во-во, да. Все, смотрим, всех разных поставил. О, дерутся. Ребята, напишите в комментариях, пока не дошла битва до конца, кто из них самый сильный. Импостер. Дамажи. И бананы дерутся, и импостеры дерутся. Но ничего не происходит. Эй, может... Может что? Помочь им? Да. Убить их. О, кстати, у нас есть огненная бомба. Вот она. Пэйвэй. Серега, надо активировать эти бомбы, ты сможешь? Где? Все, взрываю. Давай. Ёшкин кот. Прощайте. Красиво взорвалось? Да. Огненные, при том это реально огненные. Ты еще одну эту поставил? Да. Они горят, ну нифига. У меня игра вылетела. А я вижу, вы вылетаете. Серега, они что-то не умирают. Давайте по старинке. Сейчас. Сейчас, Серега, не надо, все, они умрут. Гренвич, в действии. О, сейчас будет мега взрыв. Ух ты. Меня лагает. Они живые? Почему вы живые, пауки вы вонючие? У них там, наверное, у них ХП. Хорошо, у нас есть бесконечное оружие, которое выносит эти ХП. На! Извините, пацаны, обстоятельства, но карта зачищена. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.
Тогда сейчас.